На Гагаринском мосту в Чебоксарах был поврежден деформационный шов. Из-за этого сегодня утром в сторону центра города образовалась пробка. Деформационные швы на этом мосту ремонтировали 2 года назад. В 2015 году был произведен текущий ремонт деформационных швов, мест, нуждающих в ремонте на тот момент. В результате эксплуатации с 2015 года, как видно, она довольно интенсивная эксплуатация здесь, пришла в негодность одна из пружин пластины деформационного шва, результатом чего послужил выход из строя данной пластины. Но данный ремонт будет произведен. Сейчас в течение дня мост будет произведен в нормативное состояние. В этом году благодаря главе администрации города было произведено обследование всех мостов текущего состояния, по результатам которого будут разработаны проекты по необходимым ремонтным работам. И будут соответствующие выделения средств и производиться ремонты. Уже после 2 часов дня все ремонтные работы были завершены. Движение по мосту было восстановлено.